В наследство от военных в муниципальную собственность города Текова в 2015 году была передана котельная микрорайона «Красные сосенки». Эти котлы греют 40 многоквартирных домов, школу, сад, магазины. Перебои с отоплением в микрорайоне – не редкость. В начале топ-сезона, например, не было мазута. Правительство региона выделило средства на приобретение ГОСТовского топлива. Запас ресурса – 45-50 суток. Муниципалитет объявил конкурс на новую закупку топлива, чтобы в час икс не остаться без мазута. Котельную во вторник посетил Станислав Воскресенский и зампред правительства Александр Шабатинский. Основные проблемы – это потери на сетях. Поэтому задача будет стоять перед муниципалитетом и перед собственником котельни о том, чтобы эти сети за период межотопительный привести хотя бы более-менее в порядок. Сегодня вложение в сети в пределах 2 миллионов рублей дает окупаемость 3-4 недели. И потери, естественно, нам топливе будет значительно меньше.